Все, короче, мы сваливаем. Вот наши чемоданы. Нас выселяют. Наконец-то. Там еще куча вещей. Матвей, возьми шлемы, пожалуйста. Сиди, ждем, пока улитка перейдет дорогу. Ждем. Она почти перешла. Поехали. Тут у нас рисовые поля. Рис красивыми волнами. Смотришь, я только портит. Куда едем, расскажи, Лео. Мы едем домой. Ехали, а тут вот оно, пасется прямо в дороге. Въезд в жилой комплекс, охрана. Чего ты? Что ты хотела? Пакетик мусора? Тут наши окна на третьем, получается, этаже. Точки в подъезде. Не ходи туда! Колодец, да. Как в Питере. Тут даже вот раковина стоит, можно прийти, помыть. Ноги. Лифт. Ой. Мы переехали в новые апартаменты. Почему? Потому что устали мы от жизни в огромном доме, устали от какушек, хомяков, гекконов. Белка в доме. И вообще от клининга такой большой территории. Гостиная с хорошей, симпатичной мебелью. Зеркало, стол, маленькая кухонка уютная, телевизор. Диванчик. Здесь небольшой балкончик, чтобы сушить белье. И... Сюда столик можно поставить. Столик, детская площадка. И чай по утрам. Такие апартаменты, как в России. Да, либо в Турции. В Турции тоже похоже. Да. До океана 5 минут, 10 минут на байке. Так. Тут кресла все такие удобные. Можно крутиться. Mm-hmm. Даже аромалампа есть. Мы включили, пахнет вкусненько. Зеркала везде. Смотрите. Здесь коридор с тремя комнатами. Первая комната небольшая. Будет детская. Вторая комната. Тоже наши. Детская. Вид на соседний прям дом. Прям как в Питере. Да. Прям как у нас в Питере. Тут даже пылесос есть. Пылесос, да, это вообще... А, утюг еще, смотри. Дикость. И набор ковриков новых, белых. Будем пачкать. Они себе самую лучшую комнату выбрали, как обычно. Это не ракетка для спорта, как вы могли подумать. Это мочить мух. Залетел к тебе москит, а ты его хрясь. И нету москита. Может, еще с турели в туалете стрелять? А что вы залезли с грязными ногами в нашу чистенькую новенькую постель? Я тоже помою. Смотрите, какие у меня блестящие ножки. Куда мы идем, Лейк? Идем на детскую площадку. А как кошки могли пробить этот бетон? Под ноги, смотри. О, здесь сушат кокос. Стружку и чипсы. Здесь сушат какую-то крупу. Это вот тмин, кажется. Это бобы какие-то. Тут вот. Еще тмин, вот это кориандр, а это черный перец. Собачка, он охраняет. Охраняет перец. Здесь прям так сушат белье.
на перилах грудой. Вот она, детская площадка. Я спущусь по этому спуску. Ты не упадешь? Не упадешь. Не упадешь. Ничего, куда пойдешь сначала? На качели. Давай. Кустик в виде сердечка. Суровые качели. Потрепанная жизнь. Бедный вонкий. У нас в России первый этаж обычно технический, там офисы и какие-то спортивные помещения. А здесь первый этаж прям жилой, и можно вот с детской площадки перешагнуть и зайти домой к себе. Там люди сидят, телевизор смотрят, живут. Залезай давай. Заводи мотор. Как надо заводить? Это что за трава, Лейка, ты знаешь? Тесняшка. Если ты ее коснешься, то она спрячется. Ух ты, магия. Живая. Еще трава. И цветет сейчас, да? Ну зачем это? Вот теперь я соберу крупы. Как они очень живут? В такой площадке и сидят там вообще, да, пап? Да. Веселуха.